Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и добро пожаловать в пятый сезон, в третью серию. Ребята, что мы в этой серии будем делать? Нам, во-первых, нужно сделать... Нужно сделать... Сначала пережарить рыбку хотя бы чуть-чуть, вот так. Потом, после этого, тут чуть-чуть пережарить мясо, а то еда уже... В принципе, у нас уже еды нет. А, ну еще... Вот это есть яблочко одно и картошка, которую еще можно сделать. Это что? Ну это тоже можно кушать. Ну ладно, пока что не будем. Пока что вылечим маткипа. И, ребята, сейчас нам нужно уже потихонечку начинать строить дом. Наверное, мы где-то опять тут построим. Например, ну, например, вот тут, ребята, мы где-то его построим. Или вот тут. Или где-то вот тут, возле реки, хочу какой-то себе домик сделать. Но перед этим... Нам нужно еще мил танк. Отлично, как раз у вас там охрененное количество. Нам как раз вы нужны. А нам еще, ребята, нужно две кожи. И мы сможем себе сделать... Мы сможем себе сделать крылья. Крылья, они, ну, в принципе, не такие крылья самые лучшие, а такие самые-самые простенькие, что мы пять раз можем оттолкнуться в воздухе. Это не очень много и, в принципе, ну, хватит, чтобы куда-то долететь. Например, если мы тут находимся, да, сейчас, например, маткипа убьют, то мы до... Да может хватит хилиться уже. То мы дойдем до лечилки, ну приблизительно за пару секунд. А если у нас будут... Ну не за пару секунд, а за 10 секунд где-то. Отлично. И все, мы уже сможем сделать. А если у нас, ребята, есть крылья, то мы сможем зайти... Не зайти, а дойти вообще за пару секунд. То есть за 2-3 секунды мы сможем вот туда дойти. Вот сейчас, ребят, видите, нам нужно это еще бегать, вот тут спускаться, так как у нас еды нету. А с крыльями, ребята, мы сможем это все делать... В пару раз лучше, точнее быстрее. И даже если у нас будет летающий покемон, то сначала его нужно кинуть, потом сесть на него, потом взлететь, перелететь сюда, спуститься, потом забрать его. А вот так, ребята, мы будем терять меньше времени, и вот это намного быстрее мы сможем передвигаться и все делать. Что, в принципе, очень классно. Так, давайте еще вот это сюда. И давайте вот так покушаем. Рыбку хочу. И еще один раз. Отлично. Так, как там делаются крылья? Во-первых, нам нужно один... Ну, давайте вот так. 8 палочек. Потом нам нужно вроде верх сделать. Вот так, чтобы сделать себе тунику. Кожаную, ну, точнее, нагрудника. Потом с нагрудника еще сделать себе... Уже прибавить туда крылья. Только я не представляю. А, вот! Вспомнил. Видите, ребята, Leather Wings, то есть кожаные крылья, Max Flaps 5. То есть мы сможем подлететь 5 раз. Давайте вот так оденем. Вот, и поставим. Хопа. Смотрите, как это, ребята, охрененно выглядит. Даже вот так крылья выглядят. О, селфи, мод на селфи. Он... Нифига себе, даже крылья. Вот, смотрите. Офигенный мод. Ну давайте, ребята, попробуем. Попробуем, например, перелететь через яму. Где там яма? Смотрите, смотрите, ребята, что я заметил. Давайте откуда-то спрыгнем. Вот яма. Давайте перепрыгнем сначала. Смотрите. Опа. Падаем. Вот. А можно так и так же и запрыгать. Офигеть. 1, 2, 3, 4, 5. Все, я сейчас уже, ребята, если слышите, нажимаю, уже больше не летит, только 5 раз, как тут и написано. А давайте сейчас, ребята, спрыгнем. То есть, например, нам нужно куда-то тпхнуться, если мы потом будем телепортироваться. Да, например, мы тпхаемся и падаем с какой-то большой высоты. Смотрите, ребята, я отпустил кнопку. Смотрите, как он спускается. Как будто это, ну не знаю, офигеть, то есть снижает скорость падения, и мы не ударяемся уже ни во что. И, например, нам нужно куда-то быстро вот так. Перебежали еще быстрее, чем нужно. Отлично, ребята. Сейчас нам нужно уже начинать хотя бы строить дом, потому что, я не знаю, сейчас ночь уже будет или нет. Давайте, ребята, перед этим сделаем себе кровать. Ну, это вроде наоборот, вот так. Да, кровать, ребята, и сразу же ее куда-то... Куда-то, ну, я не знаю куда, давайте вот сюда. Так, первым делом нам нужно для дома булыжник. Давайте, ребята, пойдем. Где наш вот тут дом, например, тут так напишем. Пойдем накопаем. Давайте стак булыжника. Куда нам лучше все-таки? Вот там я вижу, да, есть. Да, в принципе, его там есть. Вот.
Ну что, давайте, ребята, быстро бегать. Вот, например, побежали мы, да? Один. И вот так. Один, два, три. Это еще и ускоряется, поэтому это вообще, ребята, намного быстрее. А знаете что? Два раза спринт. Давайте я спринт вот сюда поставлю. Вот так. Офигеть. Так, ну, я себе просто удобно так сделал. Например, все. Ребят, смотрите, мы можем так спускаться, и нам, в принципе, пофиг, потому что урон нам не наносится. Офигенно, ребята. Это просто офигенно. А кто не хочет смотреть, как я роюсь в шахте, как я добываю ресурсы, можете сразу перематывать. Потому что есть люди, которым просто пофиг, что я делаю. В том смысле, пофиг, как я строю дом, пофиг, как я добываю ресурсы, пофиг, как я что-то крафчу, пофиг, как я вообще добываю какие-то вещи. Им нужно только сражение с другими покемонами. Ну, в принципе, вы можете перемотать и все. Найти тот момент или просто подождать другие серии. Ну, не то, что другие серии, а просто перемотать и смотреть там, где я сражаюсь с покемонами. Потому что, ребята, сами вы должны Что я хотел сказать, я не представляю. Ребята, вы сами должны покидать. Ну, короче, понимать то, что, ну, выживать в Майнкрафте просто нереально без... Без ресурсов и без их добычи, потому что как без добычи ресурсов вообще можно тут что-то сделать? Ничего. Нам нужно для начала хотя бы два стака камня. Но то, что у нас сейчас уже кончается кирка, и нам нужно сделать новенькую. Ну, я не знаю, сейчас посмотрим. У нас только 3 железа. Плюс, ну, 7 железа. Это не так уж и много. Вот тут как раз еще чуть-чуть есть. Так, так. И вот так, отлично. Нам нужно сделать себе молоток. У нас есть каменный. Ну, на первое время пускай будет. И нам самое главное сейчас сделать еще одну кирку, потому что это уже практически сломалось. Вот. Не практически, а уже сломалось. 3, 4. Так. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрите, просто так можно даже выбираться. Это в много раз быстрее. О, это что такое? О, я собрал. Пам. Ну, это слива, походу, да? А я хочу себе сливу. А сливу мы можем вроде сделать точно так же, как и дерево. То есть поставить вот это, да, ну... не, как это называется? Саженец, да, и потом поставить сливу, и у нас получится дерево. Но сейчас мы не можем, потому что у нас есть два дерева. Вот эти... как их? Ну, яблоки, да? Давайте, ребята, 1, 2, 3, 4, 5, это просто офигенный мод, он мне очень нравится, потому что позволяет просто-напросто очень быстро передвигаться, что нам, в принципе, и нужно. Вот, 1, 2, 3, и уже мы тут. Давайте поспим, ребята, и быстренько мы себе начнем делать кирку, то есть, ну, камням хватит, пускай будет, хватит, это забираем. И вот это, отлично. Так, это уже ставим сюда. И давайте себе сделаем кирочку, еще одну кирочку. Все, у нас уже нету железа. Так, ну что, ты тут делайся, да? А мы... То есть мне нужно очень много шерсти и очень много... Ну, не очень много... камня, еще чуть-чуть дерева, ну и куча, прям нереальная куча шерсти. Шерсти, как видите, у нас нету. Камень уже есть, нам еще нужно дерево. Ну и стекло потом, конечно же. Стекло можно какое-то даже разноцветное сделать. Нам нужны марип. Так, ну пускай это все там делается, а мы пойдем добывать. О, даже там марип есть. Сейчас туда быстренько сбегаем. А мы быстренько себе добудем ну, дерево. Потому что дерево там тоже нужно. Именно вот так дерево, не доски, а дерево. Я даже не знаю, с чего и как я вообще буду делать себе дом. Я даже не представляю, каким он будет. Ну, чуть-чуть в голове уже есть вариант. Но все же, я не проектировал этот дом, а просто я сейчас с вами на ходу его буду строить. Но, как я думаю, мы его не построим, в том смысле, мы его не построим в ближайшее время, потому что там очень много, прям очень много нужно шерсти. А как видите, шерсти у меня нету. А нам нужно убивать много марипов. И знаете, ребята, что я вспомнил? То, что мы можем ночью пойти на саблеев, то есть саблеев повыбивать себе алмазики и сделать те же лечилки.
Одну лечилку там, например, если повезет, то с одного саблея выпадет. Ну, хотя бы, допустим, 1-2 алмаза, может 3, хотя 3 вроде не выпадает, но где-то 1-2 алмаза. И мы уже себе сможем сделать еще парочку хилок. Ну, да, даже не нужно сначала парочек, а можно сделать, например, одну хилку и там алмазную кирку себе. Что, в принципе, тоже нормально. Так, быстренько сюда. Это что такое? Вот это тоже нужно собирать, то есть лишняя еда не помешает. Это, походу, у нас помидоры, да? Отлично. Этот мод, ребята, как вы видите, тоже разнообразит игру. Да, чё-то я просто забыл слово, или я, если честно, даже не знал, что я хотел сказать, но этот мод действительно просто разнообразивает. Вот, вот это я хотел сказать. Разнообразивает. Ну, короче, вносит какое-то разнообразие в эту игру. Ну, в смысле, не в игру, а дополнительно вносит разнообразие в этот с этим модом. То есть сейчас нам не только покемонов нужно ловить, прокачивать и все такое, и покеболы делать, а также еду себе можно другую делать. Мы же даже себе соль добыли в той же шахте, да? Так, что мы? Blackberry мы выбили, blueberry мы выбили, окра, это я не знаю, свекла может или фиг его знает, bell pepper, но это понятно, beans, бобы. Бобы можно посадить, наверное. Пис это... Как это называется? Я знаю, что это, но я забыл слово, как оно называется. Забыл, ребята. Я даже уже забыл, как это называется. Ну... Так, у нас есть еще помидорочки, и мы можем... мы можем уже это все потом посадить, когда у нас будет дом. Так, ребята, у нас, точнее не у нас, а уже марипов нету. Как видно, пошли уже спать. А, нет, есть еще парочка. Еще парочка есть. Так, а потом, когда мы сделаем себе там... А, давайте, кстати, посмотрим. Давайте, кстати, посмотрим в этих крафтах, как делается. Вот у нас есть вот эти обычные. Потом у нас идут Heavy Weather Wings и Quick Leather Wings. А, ну тут нужна куча золота, тут нужна, а хотя тут даже не нужно, но вот это Leather Wings, в смысле Feather Wings, перьев, они вроде не помогают, то есть они вот так не опускаются, вот если мы так высоко слетим, они вот так не опускаются, то есть они не работают как вот это снижение, то есть убиться нельзя, они вроде... Летают, ну, обычно, вот так нормально, и имеют больше вот этих, ну, что мы сможем взлетать, да, то есть тут только 5 раз, а там вроде больше. Но все же они не помогают вот это, спускаться медленно. Поэтому я не знаю, может потом какие-то другие еще, давайте еще вот этого Марипа убьем. Как раз прокачаем нашего Марштомпа, какой он там уже, 23-й, нормально. Так, там еще есть марипы. Вот, ну давайте сначала посмотрю. А, вот это Heavy Weather Wings. Ну тут, да, тут понятно, что и, в принципе, тут нужно очень много железа. А железа в данный момент у нас нету. Поэтому, наверное, потом нужно будет пойти за железом. Но все же, в данный момент, ребята, мы убиваем... О, новый покемон. В данный момент мы убиваем марипов, потому что нам нужно очень много шерсти, а... Другие варианты я не знаю где. Хотя знаю. У нас не... Можно же ножницы сделать. Они вроде тоже нам будут помогать. И можно с марипов будет собирать. Тебя мы... Урсаринг. Тебя мы вряд ли убьем. Но с марипов же можно будет шерсть собирать. То есть так же как с овечек. Но это нужно потом будет сделать. Вот смотрите, нужно нам быстренько перебежать, все, мы уже тут. И это нам сэкономило, может, где-то секунд 10. То есть на 10 секунд быстрее серия закончится, или 10 секунд мы что-то будем другое делать. А так совместить по 10 секунд, то намного быстрее, и все мы будем делать. Передвигаться и все другое. Фу, ну смотрите, давайте идем домой. Вот, например, нам нужно идти домой. Опа, 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 опа. 5 раз как раз. Такой оптимальный вариант. Ну, Форч, ну тебя мы вряд ли, конечно, убьем. Нам бы, если честно, Эртквик нужен. Он бы прям нереально нам бы помог. Но против Фарфича, конечно, нет, но я в общем говорю. Он бы нам реально очень помог. Ух ты, он еще нас сейчас... Да, ну это же Фарфич. Ну давайте, ребята, быстренько пойдем вылечимся.
и посмотрим, сколько у нас шерсти. То есть это уже 5 было, да? Но все же мы успели сюда прилететь. Фух, замечательно. Мариповь, действительно, ребята, очень нужно много убивать, хотя у нас уже полстака есть. Был бы стак, было бы вообще офигенно. Ну, давайте покушаем. И нам, наверное, еще нужно будет сундук сделать, потому что... Или как думаете, может мне скачать мод на сундуки, то есть чтобы алмазные сундуки у нас всякие были. И, например, и на печке, да? То есть чтобы у нас были какие-то там, я не знаю, железные печки или какие там есть. Было бы прикольно, мне так кажется. Так, отлично. Фу, ну давайте еще убьем парочку марипов. Хотя они уже, походу, начали пропадать. Прям на глазах так сразу все пропали. Наверное, уже закат, и они все начинают пропадать. Дерево. 20 штук. Ну давайте, знаете что? А, хотя нет, вот там еще есть марипы. Ну давайте, ребята, убьем вот этих марипов. Добудем себе стак. Добудем себе стак. Дерево. И уже, в принципе, сможем пойти... Тедиурса. Хочу Тедиурсу, но... Он нас сейчас еще и убьет. Так оно и будет, в принципе. Есть один удар. Капут, один удар не хватает. Ух ты! Нифига себе, сколько тут яблок. Конечно, не все еще... Не все яблоки еще можно собрать. Но вот так, знаете, ребята, прогуляться по лесу, и можно уже добыть себе нехреновую такую тучку вот этих яблок. Вот сейчас уже 100% начали пропадать. О, вот поэтому топтаться не нужно. Уже начали пропадать марипы. О, давайте еще вот этих, если успеем убить. Пойдем быстренько добудем себе дерево и... Все, мы уже начинаем строить дом. Я сразу говорю, не нужно кричать или еще что-то делать, потому что я строю дом, но без дома как-то не хочется вот тут опять, не опять, а продолжать жить вот тут возле деревни, даже не в доме у кого-то, а просто на улице жить, потому что у нас нету дома. И сейчас не делать дом, потому что не все хотят это видеть, потому что это... Не то, что скучно, а хотим видеть сражение покемона, ну, как бы пиксельмон, да, сражение с другими покемонами. Зачем строить дом, если можно сражаться? Но жить весь сезон на улице как-то, знаете, тоже не хочется. Так, ладно. Дерево, нам нужно дерево. Стак дерева, как я говорил. Фух, так, ну давайте... О, еще и там слива есть. Замечательно. Вот это деревья, вот это вообще офигенно. Сливы, яблоки, там даже ананасы вроде можно будет выращивать. Что-то в этом роде. Так. И это не читерский мод, то есть они тут дозревают обычно, и это очень прикольно, мне так кажется. Так, ну давайте еще добудем один стак, пойдем поспим. И уже начнем строить какой-никакой себе дом. Ну, стака еще нету. Нам нужно вот только вот это дерево, береза нам не нужна. Это очень быстро, мне так кажется, то есть ничего тут долгого нету, один стак добыть это не 10 стаков, а вот у нас уже сколько? 47. Мало того, что мы используем каменный топор, что не очень так быстро, можно и так сказать. Так, отлично. А знаете что? Знаете что, ребята? А может... Да дай мне сюда вылезти. А может нам пойти вот сейчас, когда ночь... 57. Ну давайте еще тут парочку деревьев. Вот как раз сейчас ночь. Может нам пойти в горы, попробовать поискать Саблея. Хотя я, если честно, даже не видел, где тут горы есть. Это вот тут нету. Походу тут даже гор нету. А ночью он Саблей. А ночью он не... Он, ну, в смысле, ночью он спавнится только в горах. Поэтому я не знаю. Нужно потом будет горы искать. Я надеюсь, что этот... Вот этот, как его... Что карта сгенерировалась нормально, а не... Опа. Опа! А нет, не только. Он и тут спавнится. Нифига себе. Нормально. Ага, в смысле, он тут спавнится, но в земле, да? Класс. Ну... Лопаты у нас нету, поэтому как-то давайте так... И темно сейчас, я понимаю, ребята. Сейчас, давайте уже это докопаемся сюда. А, где он? Ух, ни хрена не видно. А факелы, вот. И вот так, и вот
Так, отлично. Я даже не знаю, где он, если честно. Офигеть, с этими шейдерами тупо ни хрена не видно. Давайте еще соберем вот это железо. А как мы отсюда выбираться будем? Шахты. Что-то об этом не подумал. Ну, хотя обычно, наверное. Под не под себя, а наоборот, будем вверх копать. Но тут его нету, то есть фиг его знает, где он. Давайте еще немного прокопаемся. Факелов у нас, конечно, немного, но... Вот, я его слышу. Вот, опа. Я надеюсь, мы тебя убьем. Да, вряд ли. Нужно идти прокачивать марштом. Нужно находить каких-то оптимальных покемонов, которые не наносят нам много урона, и мы им наносим нормальный урон. То есть тех же краби, ну краби это опять на остров. Убей, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Замечательно. Еще и, еще и 1000 опыта. Давайте, знаете, как сделаем. Вот так. Вот так. Офигеть. Так еще, еще и без 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так еще и быстро, ребята. Вот так под собой ставить блоки, да и все. Замечательно. А саблея нифига не выпало, да? То есть, да. Ну, я думаю, хотя бы что-то выпадет. Но ничего. Так, ладно, давайте поспим. Саблей 24. Нам нужно его прокачать как, ну, 36-му. Ну, ладно. Знаете что, ребята? Нам нужно, наверное, найти зимний биом. В зимнем биоме на пылесосах мы быстренько очень прокачаемся. На тех же пылесосах, на тех же сфилах мы прям нереально быстро прокачаемся. Хоть у нас и нету эрдквика в данный момент. Но все же, там нормально мы сможем прокачаться. И, наверное, в следующей серии мы уже начнем строить дом. Я очень надеюсь, что вам нравится этот сезон. Я надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, чтобы следующая серия вышла завтра, нужно набрать 500 лайков. И давайте, ребята, постараемся. Я надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.